10,2. Каждый пятый бросок — это гол. Но это опять же. Анисин с неудобной руки. 5-0. Продолжает переписывать рекорды континентальной хоккейной лиги. 12-я шайба. Да? Но я в данном случае мне жалко Милоша. Ну и опять же, в данной ситуации все пять игроков СКА вернулись, отработали в оборону и, тем не менее, позволили Михаилу Анисину выйти на ударную позицию и бросить из непосредственной близости от собственных ворот.